Встретиться с московским вором-карманником не составило особого труда. Правда, сниматься он сразу категорически отказался. Афишировать свой голос наш новый знакомый Коля, Колян, тоже не захотел. Договорились, что вместо него с экрана будет говорить актер. Вот так, связанные взаимными обязательствами, мы приступили к работе. В курс дела он нас ввел быстро, прямо в центре Москвы. «Посмотри на этого лопуха», — толкнул меня Колян. «Это надо же! Бери, не хочу!» А в некоторых странах это называется провоцировать кражу. И в таком случае сам потерпевший на крупный штраф нарывается. Нет, таких дураков грех не учить. В общем, оказался наш Колян коренным москвичом. Правда, пошутил он, наполовину. А другая половинка осталась в далеком Магадане, Сусумане и поближе, на 101-м километре, в Бутырке. Сидел три раза, долго и хорошо. Снова в зону не хочет, хотя дело свое считает вечным, неистребимым и ни от чего не зарекается. Гелеровского, к слову, вспомнил. Вот такие его слова. Много легенд ходило о Сухаревской башне. По воскресеньям около башни кипел торг, на который, как на праздник, шла вся Москва. Тут карманники со своими тырщиками снуют, окружат, затырят, вытащат. Кричи, караул, никто и не послушает. Разве за свой карман схватится? А он, гляди, уже пустой. И сам запоет. Караул, ограбили. Сухаревку Колян не застал, а эти вещички оказались ему хорошо знакомы. Комментировал он со знанием дела. Вот эти крючки и пинцеты для глубоких карманов. А вот колечко с ножичком, это когда карман или сумку резать надо. Хитрые головы когда-то все это придумали. Большие спецы. Фальшивки, капуста. Колян особенно не заинтересовали. Это трудное и хлопотное дело, если работать не на ксероксе, не на дурачка. Действительно, целый завод, 1,5 тонны железок, а ему, оказывается, с людьми интереснее. Людей он любит, особенно толпу. Вот и такая бывает любовь. А это Колян даже и смотреть не захотел. Грязное дело, буркнул сквозь зубы. Тут вышкой пахнет. Судьба у Коляна простая. Отца он не помнит. В семье мать, бабушка, больная старуха и две сестренки. Мать что-то с фабрики вынесла, посадили на 1,5 года. Ну, а бабушки с девчонками, дай бог, управятся. И стал наш Колян вольным казаком. Дружки появились, ну, те и преподали первые уроки. С первого взгляда вычисляй терпилу. Думай, наблюдай, говорили они. Карман работаешь, а на морде, чтоб сплошной ноль, никаких выражений. Так Колян и стал психологом. Крепко освоил эту науку. Может быть, и прихвастнул. Есть, конечно, и шантропа, с пренебрежением профессионала, говорил он. Эти нагло, на хапок работают. Тут уж вы сами, господа хорошие, виноваты. Ратозейничайте, легкую работенку подкидывайте. Прогулка с Коляном по московским улицам была очень поучительной. Ну что ж, посмотрим на себя его глазами. Так, неинтересная сумка, быстро определил он.
И это пустая. Этот явно сидел, а тоже лопух. Какие размеры надо? Где размеры? А здесь думать нужно. Прогуляться за ней, посмотреть. Ну, а тут кошелек разве что слепой не увидит. Эту пальцем тронь, откроется. На троллейбусной остановке Колян оживился. Вот лезешь ты в троллейбус. Спешишь, объяснял он. А я тебя всего еще в магазине около кассы просчитал. Сколько денег, куда положил. Ну а дальше просто. Делай как все. Все полезут, и ты лезь. Все орут, и ты тоже. Помогай, подсаживай. Ну и влезешь ты в троллейбус, и поедешь счастливый. А кошелек-то уже тю-тю. Не поехал с тобой. На остановке со мной остался. В самом троллейбусе Коляну не понравилось. Здесь сейчас плохо работать, сказал он. Когда пассажиры не висят друг на дружке, один не сработаешь. 2-3 помощника нужны. Один прижмет, другой толкнет, я вытащу и передам кому нужно. Найди. Так мы добрались до бывших Лужников. Теперь Лужа. Обстановка Коляну понравилась. На толчке вообще легко работать, поделился он опытом. Это все равно, что за своими в сберкассу пришел. Где? Тут и вычислять никого не надо. Кто сюда без денег придет? И без арифметики легко обойдешься. Только по цвету различай фантики. Сколько стоят такие? А? Смотри-ка, вдруг обрадовался наш гид. Ученая тетя. Молодец. На мастера зарядила. Да и то не на всякого. Приятно умного человека увидеть. Уважаю. Все бы так. А то тряпку увидит, все на свете забудет. Я вот так подошла с сумкой и стою, смотрю. Вдруг я слышу, как будто бы какой-то вот это, вот такой звук. Скрип. Скрип какой-то. Я раз в сумку. Смотрю, у меня замок закрытый, тут закрыт он. Я скинулась, открываю сумку. Значит, он дерево, да? Кошелька нету. Я бурно. Я говорю, наверное, я дома забыла еще. А потом смотрю, разрез. Вот тебе разрез. А вы уже зашили, да? Ну, я зашила, конечно. Смотрю, разрез. Я говорю, ну все. И у меня такое состояние, конечно, да, знаете, хорошо. Потрясение, думаю, ой, жалко очень, конечно, деньги все же. У меня муж тем более в госпитале лежал. Каждый день я ему таскала продукты, фрукты и да, все. Думаю, ну на эти деньги я бы купила ему 2-3 килограмма помидор бы, и ягод, и все. Ну, жалко. А потом, знаете, на этой почве, видно, мне и нога отказала. И я не могла даже идти. Это прямо там на рынке? Да. Кажется, прав Колян. Вечно и неистребимо это напасть. Вот что нам рассказал Владимир Харитонов, сотрудник уголовного розыска. Смотрите, среди воров-карманников самый высокий рецидив. То есть они занимаются практически одним своим ремеслом всю свою жизнь. И
редко кто уходит в другую профессию. Воровство, я имею в виду преступную. Они занимаются только вот этим вот. И, как правило, они большую часть времени находятся в местах лишения свободы. То есть вот эта категория, именно представителем которого является этот человек. Конечно, большую опасность представляет другая часть. Вот именно профессионалы. Воры, которые занимаются этим серьезно, систематически, которые крадут, создают воровские семьи, крадут вместе, делят похищенные, живут общими какими-то проблемами, интересами. Сейчас, в общем-то, происходит всплеск преступности вообще, и в частности в этой отрасли. Ну, в наше время вообще надо быть бдительным. Посмотрим оперативные съемки работников милиции и попробуем представить себе некий обобщенный портрет Коляна. Наиболее активны и опытны воры-карманники в возрасте от 30 до 45 лет. Примерно 58% всех краж они осуществляют из сумок. Сорок 2% из карманов. Чуть меньше четверти всех карманников – женщины. Еще отмечают, что современный карманный вор – это достаточно эрудированный человек, неплохой психолог на бытовом уровне, хитрый, изворотливый преступник. Московская милиция за один день ловит 2-3 воров-карманников. Это те, кого задерживают с поличным и доводят до суда. Всего 749 человек в 1992 году. Опыт показывает, что реальная цифра в 5-10 раз больше. И вряд ли можно ждать какого-то улучшения в обозримом будущем. Конечно, такие, как Колян, рано или поздно попадаются. И зоны им, в конце концов, не миновать. Но лично вас это не должно успокаивать. Когда его еще задержат? И что он до этого успеет натворить? Так что же делать? Единственное, это знали еще наши бабушки. Дальше положишь, ближе возьмешь. Ну а Колян? Когда мы с ним прощались, он был сдержан и даже немного растерян. Мы больше не нуждались в его консультациях. А в остальном он был не очень силен. Как-то угас его бодрячок, бивший ключом, когда вокруг нас была шальная толпа, и мы удивлялись его острому глазу и наблюдательности. Конечно, он понимал, что фильм будет вовсе не о московском Робин Гуде, что он не тянет на романтического героя, да и на кающегося грешника не очень похож. Так что извлечем максимум пользы из беседы с Коляном. И не дай нам Бог следующей встречи с ним. Очень печальной может быть она.